Первый сигнал будет закорм, второй сигнал будет старт. Здравствуйте, сегодня 27 августа 2023 года. У нас проходят соревнования по фидерной ловле с берега, как говорится, на базе отдыха «Хутор». Присутствует 24 человека, все приступили к подготовке. Будем ждать. Закорм! Thank you.
вас на шикарном водоеме, хоть и платно, но тем не менее. У нас сегодня в очередной раз проводится фестиваль, как и 1 числа был у нас фестиваль по поплавку, теперь у нас донка. Но донка непростая, не каждый сам для себя, а гонка тандем. Получается, мастер участвует, ну как мастер, тот, кто более такой, скажем, опытный рыбак, с новичком, с любителем, с начинающим рыбаком. Вот. В процессе жеребьевки определилось все, кто с кем рыбачит. Собралось у нас достаточно большое количество участников по рыбе. По рыбе у нас здесь сегодня имеется в водоеме карась, клейка, плотва, карп, белый амур, есть осетр, есть форель. Карп и белый амур, и все, что связано с такой необычной рыбой, все взвешивается быстро и отпускается быстро. В садке остается на взвешивании только карась в основном. Ну а мы продолжаем донку тандем. Смотрите дальше.
Сколько? 785. Thank you.
торпедо. Так я тебе просто по крысам даже прихлопну. Ребят, ну что, поздравляем вас с окончанием нашего фидера на хуторе. Давайте сейчас поблагодарим спонсоров. Минутка для спонсоров, похлопаем, да, всем. Первая благодарность Александру и базе отдыха «Хутор». Александр, спасибо вам, вы нас принимаете уже не первый раз. Да, также нас поддержала компания «Зауральские напитки». Давайте похлопаем тоже активно. Есть представитель у нас Алексей, 45-й рыбак, соорганизатор наш. Наши каналы продакшн «Время рыбалки». Вот то, что кино, мы здесь это делаем. «Успех рыбака». У нас будут пока невидимые сертификаты, но они будут обязательно. Это у нас Александр гарантирует. Дальше компания «Вояк». Регион Торг. Пасека Дмитрия. Мы, здесь будет его реклама потом. Так, дальше. Тепло 45. Алексея, компания 45-й рыбак. По пути на рыбалку. Пока все. Если кого-то забыл, потом это на видео у нас появится. Каждого спонсора отблагодарим. Хочется, чтобы всем угодить и каждый ушел с хорошим настроением отсюда. Не только отдохнув, порыбачив, но и с призами, с какими-то подарками. Так, ну что, поздравляю вас с окончанием. Вышло у нас 24 человека. Так же, как и заходило 24. То есть в этот раз никто никуда не уехал, никто не ушел. Все замечательно. Ну что, начнем? Так, с командных начнем. Давайте, да, с командных. Третье место, да? Третье место, командное. Заняла команда Кокорин Алексей Андреевич и Летыч Антон Анатольевич. Так, Леша, Антон. Леха, 9 килограмм, 150 грамм. По весу не дали. Так, ребят, у вас получается... Старались как могли. В компании «Вояк», да? Это не «Вояк», это «Регион Торг». Извиняюсь. Ну. И то, что осталось. Лимонад. Пиво сразу сюда давай. Ребята, по командным, ребят, все. Да? Жень, по командным все, да? Спасибо, ребят. Мы в сторонку. Второе командное место заняли Григорьев
Алексей Александрович и Бобров Александр. Держи. Это первая моя медаль. Серьезно? И грамота, кстати. Ребят, поздравляю каждого. Хочешь, я тебе подарю медалик этого железа? Фоткать нужно. Компания «Что? Это еще не все? Да. А что это еще квартира в Москве? Димкина. Саша. Это мое. Вот это мне. Так вы повернитесь. Куда пошли-то? Саша. Иди туда. Иди туда. Первое командное место заняла команда Завьялков. Мы знали. Дмитрий Павлович и Тарасов Евгений Юрьевич. Завьялкин! Красава! Сидел, отдыхал. Поздравляем, ребят. Спасибо. Ну, старался. Нет, рыбачим. Пятый, по-моему. Ну, просто так спокойно, расслабой. Тимон, красавец. Нормально, хорошо. Вопрос так же. И еще. Главный приз сегодняшнего дня. О, нюхай! Тимон, это не естественно. Саня, вот эти еще тоже? Нет, это... Да отцепись ты уже. Переходим к кличке. Третье место занял Михайлов Евгений. Димка, иди сюда. Валерьевич. Я тебя поймаю все равно. Сумма баллов. Что у него? Что у него? Где у него? Слушай, что-то я потерялась. Кружка от нашего канала. Сумма баллов 5. Общим весом 9,480. Я хотел ее отжать. Но теперь я ее заработал. Даже не знаю. Сумма баллов 4, извиняюсь. Пытался. Так, у нас за третий же Алексей тоже чайка, да, идет? Да. Вручите, пожалуйста. Опять толства. Вручите. Да не, руки не пойдет. Чайка рыболов. Премиум? Алексей, Леха, да. Премиум? Премиум. Хорошая вещь. А, еще. Рыбалка сутки. Да, рыбалка. На хуторе. И от успеха рыбака сертификат 500 рублей. Да. Не забывайте. Александр, Александр. К Боброву, пожалуйста, обращайтесь. Ура! Вот еще. Да сейчас. Второе место в личном зачете занял Кокорин Александр Андреевич. Алексей Андреевич. Сумма баллов 3. Общим весом 9,560. Ну, опять я второй. Ну, отсюда и берутся вторые, третьи места. Леша, в этот раз ты пойдешь на час бесплатный в сауну на хуторе. Это лучше. Вторая жене. Да, жену пришли. Блин, блинский. Ты бы хоть кроссовки одел. Отстань. Вот 1000 рублей. Спасибо. Женя Михайлов где? Первый год рыбачить. Женя, извиняюсь. Подарок. Конверт. Спасибо. Потому что он со мной знаком, понимаешь? Блин. Мелким почком. Конверт. Первое место занял у нас Тарасов Евгений Юрьевич. Красава! Суммой баллов 3. Общим весом 10,575. Лучший федераст Кургана. Денежная сумма. Кружка от нашего канала. Кружка, это вообще круто. Первое место кубок. Огонь! Женя, красава! Ух ты! О, Алексей, забыли. Мед. Хорошо. Все забыли. Это мне на палец летит. Ну, а тебе смотри, какая сумма. Я думал, Женьки мед. Спасибо.
Все? Нет, подожди, еще не все. Еще не все. Давай, крутки туда же. Ну все туда складывай. Че? И, Женя, от хутора тебе так. Гостиница на сутки, о, номер. Это круто. Теперь все. Саня, трехместный, да? Стоп! Стоп! Женя, слышишь? Трехместный номер. От компании. У нас тепло. 45. О, вот это мне вообще надо. Держи. Спасибо. Так, за первое, за первое. Женька! А это-то? Там еще сзади осталось. Это Александра? Это Александр. Александр Кокорин, да? За самую крупную пойманную рыбу. У нас Big Fish. Карп. 2 килограмма. 355 граммов. Он был пятнистый. Он такой красивый был. Кое. Кое. Тарасов Евгений Юрьевич. Надо было нагружать и нагружать дальше. Спасибо. Так. А это компания и чайку. И чайку. И чайку. И чайку. Желтая. Желтая коробка. А ничего. Все, что ты? Женька, все забрал. Все забрал. Все сгреб. Молодец, на рыбалку хватит. Деревянная. Дальше. У нас пошли. Призы не закончились. Мы их будем раздавать сегодня очень долго. Астафьев Анатолий Васильевич, как самый пожилой у нас рыбак, получает самый опытный, самый пожилой. Нет, лампу. Лампу. Анатолий, поздравляем. Джедайский меч световой. Серьезно. Василий, столько разлили. Просто разделай, покажи, что такое. Самый молодой. Беркутов Дмитрий Эдуардович. Получает нос. Никого только не убиваем. Это тебе кукурузу открывай. Это все от магазина «Вояк». Синько Иван Михайлович, за волю к победе. Ключи. Вообще не ожидал. Ваня, вот. Поздравляем тебя. Да, спасибо. Все, да. Ключики. Вот это прям вообще топ. Ляхов Олег Николаевич. За деревяшечку, за четвертое место. Ты дошел до финиша. Да что ты? Нифига себе. И плюс еще отвертки. За деревяшку? Да. За деревяшку. Так ты теперь будешь деревяшки получать всегда. Я первый раз деревяшку взял. Спасибо. Не первый. Так он потому, что он сидел, не двигался. Баев Иван Сергеевич получает у нас за самую оригинальную шляпу. Фонарь. Она поэтому и оригинальная. Прилепи туда светильник, чтобы она мелькала. Ребят, я хотел бы поблагодарить наших судей Ирину и Дмитрия. Да, Дмитрий, все верно. За работу. О, даже прилетело. Спасибо большое. И, ребят, у нас нашему каналу исполнилось ровно год. Спасибо. И нашему продакшену. И я хотел бы еще подарить несколько кружечек. У нас, так, Шичко у нас, Саши, нету? Нет. Сань, дорогой. Он Шичко. Я Шичко. День рождения! День рождения! С нашего канала тебе тоже. Ой, кружечка. А сегодня распечатал. Держи. Ой. Спасибо. Поздравляю, Саша. И еще у меня есть одна кружечка. Я хотел бы подарить ее человеку, который, в принципе, меня и вчера выручил. Ну, нет, ты уже готов. Вот, и ну сегодня у него небольшие проблемы. Евгений, это тебе. Поздравляю. Спасибо.
Жень, ну что, тебе слово? От компании тебе... Регионторг тоже сделать небольшие призы, потому что не все дарят, а им никто не дарит. Да, это будет лично вам. Спасибо. Вот, заваривайте, приятно. Пейте чай. Спасибо. Спасибо, очень как приятно. Давайте, держите так же дальше. Отлично, отлично. Ну что, ребят, спасибо. Давайте общее фото, наверное, да, сделаем. Жень, поздравляю тебя с победой в личке, в командной. Расскажи, как тебе вообще этот фестиваль? Понравилось, не понравилось, ждал чего-то большего, меньшего, как водоем, какую, может быть, тактику ты хотел применять, получилось ли все? Угу. Ну, вообще, спасибо хотелось бы изначально сказать организаторам, судьям за то, что собрали нас все здесь. Водоем интересный, рыба, конечно, не совсем спортивная, но рыбалка получилась, наоборот, спортивная. Тактика. Ну, я провел здесь две тренировки, два раза тренировался. Первый раз вообще посмотрели, что по рыбе, что как. А второй раз уже конкретно подбирал снасти, чтобы была хорошая реализация и чтобы был хороший результат. В итоге в первом туре все, что задумал, то получилось. То есть и половил и карася, и половил трех крупных рыб поймал. Во втором туре немножко пошло не по плану, пришлось в течение тура перестраиваться. Первую половину тура неудачно, вторая половина успел подловить. База отдыха хорошая, понравилась. Удивительно, что она не на слуху. То есть я вот про нее узнал только после первых соревнований, которые здесь проходили. Знал бы раньше, приехал бы раньше сюда отдохнуть, половить рыбу. Что еще? Пожелания коллегам. Ну, всем коллегам, как говорится, всегда ни хвоста, ни чешуи, побед. Ну, без поражений не бывает побед. Подписывайтесь на канал «Время рыбалки». Ну что, Жека, поздравляю тебя с третьим местом, с бронзой. Спасибо, Виталя. Вот, расскажи, пожалуйста, как тебе в этот раз, в отличие, допустим, от поплавка на путере, все ли твои намеченные планы удались, тактика, которую ты задумал, по водоему, по рыбе, расскажи, пожалуйста. Ну, планы, в принципе, удались все. Ставка была как бы половить карася, но и не без исключения карпов. Ну, карп во втором туре пришел, хоть один, но он был. Полкило, но он был. Вот. Хотелось бы передать большое спасибо челябинским товарищам, фирме БФР, за их корм, который они мне прислали за один день до соревнований. С ним я и выступал. Вот. Корм был неплохой. Вот. По рыбе. Рыба откликалась практически на все, но у меня получилось так, что я много резал кукурузы, много резал опарыша. Но без этого все равно, в принципе, никак. Рыба встала на точку практически сразу. То есть первый тур было очень легко, за второй тур пришлось побороться. В секторе попалась коряга, и рыба клевала только возле коряги. Потому что в других местах ее не было. На корм она откликалась, но в предпочтении у нее был давленный опарыш, не знаю почему. То есть целого она не хотела. То есть по водоему очень хороший. Сюда надо приезжать, надо отдыхать, надо тренироваться. Тут. Смотрите «Время рыбалки» в Ютубе, подписывайтесь ВКонтакте, в Ютубе. И всем большое спасибо. Красавчик. Женя, молодец. Ну что? Женя, будешь нас учить? Проверить. Да не буду я вас. Никуда ты нахрен не денешься. Сами научитесь. Нифига. Донку получилось вот так. Большое спасибо организаторам. Спонсорам. Во вторую очередь, в третью очередь таким дядькам, ребятам, которые показывают хорошие результаты. Ну и как всегда, подписывайтесь на наш канал, колокольчики, бубенчики, комментарии. Я сегодня четвертый получился.